Их можно назвать снежными суперменами. Проблему Барнаула разгребают лопатой. Более 100 студентов-добровольцев вышли на расчистку города от снега. Работают на самых сложных участках, чистят подходы к зебрам, лестничные спуски. Большинство ездит на общественном транспорте, на машинах, и поэтому чистые дороги очень важны, особенно зимой. С начала зимы с территории города вывезли 570 тысяч тонн снега. Днем на дорогах работает 112 единиц снегоуборочной техники, 140 дворников и грузчиков. К слову, улиц в Барнауле 1250. Получается, не успевает, наверное. Сложные климатические условия, снега много, поэтому я думаю, что они все работают, просто не успевают. У нас в нашем бюджетном учреждении, которое занимается содержанием в автодорстрое, постоянно ведется набор вакансий на работников ручной уборки. То есть можно работать и на полную смену, и на полсмены. Рассматриваются различные варианты. То есть мы сейчас готовы рассматривать все возможности, которые для нас открыты в техническом плане. Но, по всей видимости, рабочим не могут предоставить привлекательные условия, потому что по нормативам городу нужно как минимум вдвое увеличить штат снегоуборщиков. В крае ситуация не лучше. Глава села в Топчихинском районе не стал ждать помощи. Вместе с жителями чистит улицы вручную, потому что в селе нет техники. Вот осталось немножко. Еще метров 600. Но матушке природе все равно на отсутствие техники и рабочих. На выходных в крае опять ожидают метель, еще мощнее, чем на прошлой неделе. Получается, что в этой ситуации снежные волонтеры – последняя надежда. Только вот без обязательств и графика работы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.